В Подмосковье бородатые рейсеры избили мужчину с грудным ребенком, возмутившегося гонками под окнами. Полиция на них заводить дело не стала. В тот день 37-летний Станислав вышел гулять с ребенком. В это время Гаджимурад Джанбалатов, его жена Айшат Хидирбекова и ее племянник гоняли во дворе на новый BMW X6. Станислав попросил парней отъехать от дома, чтобы пыль не летела в коляску, а грохот не мешал ребенку спать. А дальше все по классике. Гонщики выскочили из автомобиля и полезли в драку. Станислав кое-как отбился, зашел в подъезд и оттуда вызвал полицию. Виновные зашли следом за ним, просьбу мужчины разрешить завести в дом коляску и потом разобраться один на один они проигнорировали. После драки 2 месяца Станислав лечился, из-за тремора не может брать ребенка на руки, водить машину и работать. Судмедэкспертиза усмотрела в происшедшем только легкий вред здоровью, дело не возбудили. Мужчине впоследствии пришлось продать квартиру и переехать, он боялся за свою жизнь и жизнь ребенка. Дело правоохранители возбуждать не стали. Зато, по словам Станислава, сильно возбудились его соседи. Они караулили его под дверью, преследовали его и его жену, когда они покидали квартиру. Потом Станислав узнал, что Айшат Хидирбекова в драке откусила кусок носа другой женщине, тогда против нее возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью, но вместо 8 лет тюрьмы она отделалась штрафом в 10 тысяч. Услышав об этом, Станислав продал квартиру и съехал в другой район. Сейчас он добивается независимой экспертизы и хочет, чтобы дело все же было возбуждено. Гаджимурад, один из подозреваемых, рассказал, что конфликт замяли, никакого вреда здоровью не было, а гипс мужчины надел специально, чтобы симулировать травму. Мы надеемся, что полиция обратит внимание на эту историю, и виновные все-таки понесут заслуженное наказание.